честь профессионального праздника Дня работников ЖКХ в исполкоме партии «Единая Россия» прошло торжественное награждение 6 управляющих компаний города. Благодарности и грамоты были вручены от партии «Единая Россия» и Народного Хурала. В торжественной и приятной атмосфере были также обсуждены насущные проблемы и вопросы, пути их решения. Приятное дело, потому что здесь сидят руководители 5 управляющих компаний, которые самые, будем говорить, одни из лучших, будем говорить. И самоработников ЖКХ поздравляю. Партия «Единая Россия», конечно, она проводит очень много мероприятий жителям КДР, ремонт подъездов. Вот сейчас они будут конкурсы провели. Приятно получить благодарности от самородного хурала, от депутатов Госдумы, от партии «Единой России». Вот. Дает нам дальше, двигаться дальше.